Шевченковском суде Киева слушалось дело об избиении студентов на Евромайдане. Обвиняют бывших руководителей спецподразделения «Беркут», которые разгоняли молодежь в ночь на 30 ноября 2013 года. Суд продолжается уже третий год. Пострадавшая сторона не доверяет прокурорам и требует их отвода. Беркутовцы заходят в зал суда. Подсудимые один за другим рассказывают о своих болезнях, которые обострились накануне прошлого судебного заседания. Поэтому суд перенесли на сегодня. Была на стационарном лечении в госпитале МВД в связи с гипертоничным кризом. У меня я гипертоник. Это же гипертоничный криз. У меня было повышение здоровья, повышился тиск. Я дуже погано все почувствовал. Пострадавшие в ночь на 30 ноября 2013 года сомневаются в подлинности медицинских справок, которые дали адвокаты беркутовцев. В довідках, відповідно, цих, скажем так, ознаки, немає ознак, що особи не можуть брати участь в судовому засіданні. Йдеться про те, що вони на стаціонарному, це міг би бути денний, вечірній, нічний та який завгодно стаціонар. Більше того, саме по собі перебування на лікуванні ще не є підставою, яка говорить про те, що особа може порушити особисте зобов'язання і не з'являтись на суд. Пострадавшие активисты просят суд изменить меру пресечения причастным к разгону и избиению людей на площади. Ни один из них не арестован, некоторые под домашним арестом, остальные на свободе, по так называемым личным обязательствам посещать судебное заседание. Змінити підсудним Антонову та Дідюку запобіжний захід, обравши для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО. Евромайдановцы утверждают, повестки к ним не доставляют, а суде узнают и СМИ. Жалуются на прокуроров, которые способствуют затягиванию дела. Генеральный прокурор отримав телеграму и мав забезпечити явку цих своїх прокурорів. Вони заявляють просто розглядайте без мене, причому не пояснюють, можливо, вони погодяться з нашими доводами, тоді чому вони тягнуть час і не подають заяву додатково про самовідвід. Судья попросила определить перечень прокуроров, ведущих дело об избиении, чтобы каждый раз новый прокурор не просил времени на ознакомление с материалами. Следующее заседание назначили на 14 декабря. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.